В Баку состоялся международный турнир по дзюдо серии «Большой шлем». В столице Азербайджана боролись 500 спортсменов, представлявших 56 стран. Серебряную награду в разряде до 100 килограммов заработал тюменец Казбек Занкишиев. В 4 встречах из 5, которые провел на бакинском татами сибиряк, борьба переходила в дополнительный раунд – Golden Score. Наш земляк взял верх над украинцем Антоном Савицким, грузином Онисом Саниблидзе, азербайджанцем Зелимом Кацоевым. 8 минут продолжалась полуфинальная схватка с португальцем Жорже Фонсека. В финале Занкишиев уступил голландцу Михаэлю Карелу, и тоже в Golden Score.